Привет, интернет, с вами Илья, это Игры День, и сегодня хочу показать вам крутую мобильную игру. Жми лайк, наберем 500 лукасов и сделаем новый топ игр, а так, поехали! Сегодня у нас в рубрике игра «Мех Куб Побег», и это игра в жанре головоломок с шикарной историей и крутой рисовкой. Ну, давайте начнем по порядку. Это продолжение популярной головоломки «Механическая коробка», которая была у нас уже когда-то давно в выпусках. Вообще, по сравнению с прошлыми частями, игра стала, так скажем, более взрослой, обрела сюжет и просто стала гораздо интереснее. Ну, немного о сюжете. Мы находимся внутри некого куба. Куб — это бесконечные комнаты, коридоры и отсеки, протирающиеся на расстоянии гораздо больше, чем можно нам предположить. Считается, что такое несоответствие внешнего и внутреннего объема является следствием существования куба в нескольких параллельных измерениях, и от этого все намного интереснее. Как, когда и для чего был воздвинут этот объект остается только загадкой, и возможно мы ее разгадаем. В общем-то, есть такое предположение, что это все начинается еще от инопланетного происхождения и заканчивается версией о том, что куб — это своя образная машина времени, и таким образом мы будем пересекать временное пространство. В общем, вам предстоит самостоятельно исследовать закоулки этого загадочного места, встретить смертельные ловушки и раскрыть невероятные тайны этого куба. Ну и как вы понимаете, тут нужно очень круто подключить свои мозги буквально со старта игры, ведь тут все будет максимально сложно. Нас будут ждать множество разного рода головоломок, предметов, загадок и, конечно же, дверей, которые мы будем так открывать. По ходу игры мы находим коллекционные предметы, стараемся мыслить нестандартно и просто погружаемся во всю эту атмосферу. Игра большая, и нужно реально постараться, чтобы найти все концовки и предметы, спрятанные здесь. Но от этого опять же интереснее. Вообще, от себя скажу, что игра действительно мне понравилась. Тут классная атмосфера, сложность на самом деле поначалу немного испугала, но потом, когда я начал наконец-то разгадывать эти головоломки, как-то вошел во вкус и опять же получил просто какое-то удовольствие. Короче, ребята, я рекомендую вам самим попробовать. Ссылочку для этого оставил в описании. Кстати, еще момент, там полно прикольных отсылок к разным произведениям массовой культуры. Это тоже, думаю, многим будет интересно. Короче, все, попробуйте, зацените и напишите в комментариях, как вам самим игра. Мне тоже интересно узнать ваше мнение. Ну а так, у микрофона был, как всегда, Илья, и скоро мы вновь с вами увидимся.